тоже как у тебя, да? Не все. Саш, отстань со своими вопросами, пожалуйста, видишь? Врезаюсь много. Как она криво вообще летит в полете. Айс пятым делает. Хоть там. Ну вот это вот значок есть. Ясно. Чего хотел спрашивать, давай пока. Ты что хочешь потом будешь делать? Сейчас нет. Угу.
смысле? Вместе. Только... С тобой, что ли? Ты нет. Я уже по скайпу еще разговариваю. Нет, один играю. Другие смотрят. Вот он, видишь? Угу. Ты что, ее перекрасил? Нет. Нет. А что такое там? Там. То есть. Ну, видишь, как видно. Сложно здесь будет играть. Ты куда полетела? Нет, она сама что-то гликанула. Мне здесь больше нравится. Проезжал. Потом учился не. Для тебя все учебное. Угу. Чего, нет, да? Уже первый. Опа. You beat the lap record. Lap two. Я забыл, что здесь нет дороги для маневра. Да сейчас может так же получиться. Нет, не подпрыгнула. Нет. Молчат все.
кроме тебя? Я молчу. Молчу. Или я просто замолчу. Если я так попробую, меня сразу обгонят. Вон там, уже. Ох, накрыл. Летит за нами. Нет, когда выиграем турнир вот этот, тогда можно что хочешь делать, там летать, кувыркаться на этой машине. Пока что нам надо доехать первым, желательно. Ну, если случайно только, Саш, получится, не специально, я этого делать точно не буду, но я не хочу проиграть, потому что это очень тяжело ехать. Да. Это тварь вонючая. Пошли. Велопром все черепы блич. Снеж. Hello from Russia. Страйкер. Да. Ну там может любой совершенно человек зайти и поздороваться на любом языке. Или ты сгами. Ты фейл селт на укапа. Ну, I like to win game. Вот как? Вот скажите мне, как он? Я его пинал, он поехал вперед меня. А я и жму на все время назад. Капитан очевидно сидит. Тебе. Вот такое выражение. А, ё-моё. Спасибо за фоллоу, Саня. Thanks for the follow. Да, пут... Ну... Hello. Раскрутки кота. Ну, там еще брейкданс должен был играть, что-то вообще не слышно было. Надо громче, наверное, делать. А там он не один фоллоу. Я разом сделал. Дай! Придется, походу, переигрывать. Я у Арину и Чому. Или Кеа Орчины. Что? Нет, нет. I'm glad, if you like it. My streams.
Ну, чтобы человек меня понимал, нужно на его языке говорить. Я думаю, он русский не понимает. Ну, конечно, если он не соврал, что он из Чехии. Я там... Сейчас, походу, меня кинут в Eliminated, если я опять не приеду. Я вылечу из турнира. В принципе, сейф есть. I have a save. Another game. Before this track. We can make replay. Да? Моя очередь, да? Нет, я скажу, когда твоя очередь. Я кто-то уже устал считать. Ну, иди поиграй свои игрушки, там, делами своими займись. Я тут хочу посидеть. Congratulations! You beat the lap record for this track. 4 очка проиграл. Фу! I think we play... Как дальше-то? По-английски я забыл. I forgot a word on English. Не помню я, в общем. О, как раз последняя трасса. It's last track. Да? Не понимаешь, что я говорю? Я сказал по-английски. Это последняя трасса. It's last track. Ты страчк из САР. Ты ати ты из Д. No, it's not. I think aquatic is more harder than this track. Я сказал, что этот трек не так тяжел, как предыдущий был. Потому что я учил его в школе. Сеуари Беттертон нет, ты с Гамильтон, Д. Just play in training and you play like me. Maybe better than me. If you learning harder. Нет, я только что врезался. Трое самых противных гонщиков, которые будет сложно по домам догнать. Да. Вот здесь вот сложно опускаться. Да блин, да что ты будешь делать? Задолбали переключать уже. Я не знаю, либо магазин вонючий опять подключился к нашей электросети.
включаются у них там эти мощные морозилки, и поэтому просаживается напряжение. У меня других вариантов нет больше. Сейчас зима, блин, и кондиционер ни у кого не работает в доме. Ну вот в чё он там уперся, какую стену нашел? Да, конечно. Чё-то я походу уже были подустал, чё-то вообще. Пытаются они, конечно, у них задача такая и стоит у меня в одной. Really? I don't know that. What you know about in-game mode? Он говорит, что это музыка германцев, ну, немцы делали, писали. Вроде как. Спросил, что он еще знает об игре. Как эти чати успели выехать от меня? Так известно мусичо на сериалес. We will play Sony PS2 Gamiso. Ну, I walk through God of War and PS2. First and second God of War. That's all. I have PS2. All in game in future will I play. Это видео сейчас слышишь, так ничего не говоришь. Молоди прищу грячам по ситарон ты сервис. Да, ну не полностью. Сейчас он. Я не совсем понял, что он сказал. Если я правильно понимаю, Ромоло Ди Приско — это кто писал музыку к этой игре.
Кин 3 Амазин Кична 4 Бест Туни Кин Корчи Бест Мусич. Порш Анлишт ими? I think better the best of the best in NFS for как он там называется то ладно. Он там как Мара Пони числится. Блин, ты еще скачет, мне тут и так отстаю. Или как то и так. Ну его, короче, сложно спутать. Это другое уже говорит. Последний. Надеюсь, на последних их догоню. Если, конечно, не лохануть конкретно где-нибудь. Да ты что, правда? Ни за что. Правда, чё бы было. У тебя все впереди еще. Ну можно и так сказать. Да хватит фыркать уже. Посмеялся. Да вот же почти. Мне хотя бы вторым или третьим, я не уверен, пройду ли я по очкам. Если я четвертым приеду. Да ё-моё, а. Зря, ну. Да ударился. Опять этот же угол собрал. Ну всё. Скорее всего. Отлично, еще это моргание началось не вовремя. Ну ладно, посмотрим, что там будет по очкам. Твою машину сбили. Норм машины.
Не дебильные. А, прикинь, все-таки первое место дали. Да. Ну, смотри, вон, видишь, 52 очка у меня и еще у одного, но мне почему-то первое присвоили. Может, из-за того, что я до этого чаще первым приходил. Это вин. Что сказал? Он сказал, это победа. Вин — это победа по-английски. Я знаю. Фу, и вин тоже знаю. Он меня спросил. Ну, вот он, Макларен. Тут, когда очки одинаковые, то тебя выше ставят. Всегда, что ли? Не знал. А что, уже русский человек? Да. Отлично. Это и в четвертый также. Всегда. Ну, буду знать. Спасибо за информацию, InfoWatch. Да твоя. Я все наигрался. Так, сейчас я симулейшн один раз проеду. Сингл рейс. Хамтаун. Ну, сейчас я еще одну трассу, Саш, проеду и все. А как там перекрашивать ту машину? Покажу. Стою, что ли? Ну-ка, стой, что ли? Устал. На стульчике сидеть, на корточках хоть посижу. Они не жесткие. Понятно. Садись в машинку и поехали. 3, 2, 1, go! Ну да, как я и говорил, в заносе она по-другому себя ведет, инфо. Все, уже пятый. Нет, тут два места всего. Ну, такой режим. А тут вся фишка, что тормоза не всегда нужны. Просто отпусти газ и войдешь в поворот. Да что-то не входит. Может, просто быстро летел? Ну ладно, сейчас попробуем. Да, понесло, блин. Руль не вывернул на прыжке. Это самый плохой, да? Кто? Да. Да. Что с тобой такое-то? Ну, такое. На прямом повороте просто обычным тормозом можно войти, а не как на аркаде с ручника. Привет, мам! Это ты понесло с обычного тормоза. Не ожидал. Я
Надо, я считаю, надо привыкать по новой. Если за четвертую часть садиться. Мне кажется, симулятор легче, чем аркада. Нифига. Ну, не знаю. Мне тяжелее. Ладно, сейчас я стоп-старт сделаю. Этот Сашок хочет покататься.